справа 3 человека, слева 1. Итого сколько? Одна тема. На какой дом падает? На какой-то летим. Желательно на один. А если я на 2 упаду? Бля, нет, тут 2 тимы. Слева 2 человека и справа 3. Еще один сзади. Может, на правый дом? Ну, правый закрыт, там один этаж всего. Да? Лучше на ближайший. Давайте на ближайший. Я упал. Да, Диман пролетел мимо, как фанерным в Париже. Ну, заходи. Они дальше ушли. Те чуваки дальше улетели. А где вторая тема? Блять, вторая тема попала куда-то. Охуенно, блять, прогружается, как обычно. Я упал, да нет, пробежал. Нет, нахерайтесь. Еще раз пробеги, у меня только что все про это прорезалось. Они, короче, в домах на СЕ. Сейчас я метку кину. Вот в это они упали, на синюю метку я поставил. Кто дробаш заряжает? Я. Мы один заряжаем. Чей? Это двухстволка. Я держу, он туда патроны вкладывает. Тимворк. Крепче держи. Хорошо. Короче, пойдемте скорее тот дом лутанем и уходим отсюда. Да. Который... Я бы еще антенну лутанул. Нихуя себе. Там уже вон. Война. Блять. Который напротив, короче, домик. Я буду жить. Нахуй так жить я на антенну. Видишь, опять потеряло. А вы чё разбежались все прям? Мы пошли в соседний дом. А. Как ты сказал? Правый, что ли, который? Андрей вообще мимо убежал. Андрей на антенну пошел. Там бегает, почти ничего не будет. Тут нормально так. Я мини нашел. Блять, они все ближе. Тут лутаны. Диман, ты у меня туда? Один готов. Знаю, да. Андрей кого-то убил. На второй этаж смотрим. Тут закрыт второй этаж. Здесь я был. Лутаны мной. Меня стреляют. Поздравляем. Так, выиграли билет в Альгалу. Я за мной приду, да. С какой-то стороны вообще? Откуда по тебе стреляли? Стреляли оттуда, с синей метки с СЕ. Андрей, там на антенне чё? На антенне труп. Больше ничего. К тебе можешь залезть? Нет. Я только одну лестницу пролутал. В смысле, он пролутал, я его собрал. Броник второй. Лаван, у тебя там что? Я бегу к вам, сейчас попробую. А мы к тебе. Я вас прикрываю, если что, свет. А вы в каком доме? В центральном. Ну, хуй знает, я даже не знаю. Мне кажется, надо уходить отсюда. Попробуй на крышу. Давайте уебывать к Андрею. Я просто нашел 4-кратный прицел. Я попробую. У меня здесь девушка с 762 есть патроны у кого-нибудь? Нет. У меня очень мало. Нету. И мы не в зоне, кстати. Мы ж попиздовали, а? Что думаете на эту тему, Андрей, у тебя там что-нибудь есть или нет? Ну, я сейчас вторую лестницу пойду проводить. Здесь на крыше UMP и М-ка. М-ку хватай. У меня уже есть все забито. Тут рюкзаки вторые на лестнице. Скидывай мне.
Блин, возьму, схожу. Я тебе патронов дам. Ох, когда спустишься. Дождь усилился. А ты че? Я еще двукратный прицел нашел. Да ё-моё, я возьмусь. Быстрее, быстрее сюда. Я с горы посмотрю. Патроны. Да. Сюда. Компенсатор еще лежит, возьми. Вернулся. Взял. Пойдем за ними. Пошли. Сейчас а ничего не было никакого? О, вы в красной зоне прям. Похуй. Возвращайтесь, возвращайтесь. Да ладно, обычно. Да он не убьет же. Убьет. Да, сразу. Андрей, если как... убьет, я завещаю все вам. Пошли ее обойдем и, наверное... К мосту. По нам. С вышки, с вышки, с вышки. Одноес. Вижу человека. Он бежит за... Я его пострелял. На С вышка. Андрей, человек под вышкой под радиолокацион на 150 попал вниз. Я его видел. Блять, куда стреляют, Дима? На 195. Вижу, вижу, вижу. Еще сколько? Еще откуда-то. Вырубил одного. Убивай его. Убил. Ух ты, меня засекли. Фансую. А где еще человек? А, вон он, вон он. За маленькой вышкой, Андрей. Я знаю, я вижу его. Откуда меня? Ух ты, пидор. Откуда? Откуда это? С домов. С домов. Диман, сюда, сюда подползи немножко. Блин, Андрей, ну зачем? Да я не вижу, откуда это. Ну, уходи выше, ну, выше поднимайся. Выше поднимайся, ты в кронах сейчас скроешься. Да. Вот стоит. Все, остановись. Смотри на Лавана. Чего на него смотреть? Он косой. Он 195-210 где-то. Вон он. Убил. Ништяк. Может быть успеешь, Андрей? Нет, не успеешь. Он в баге стоит слева. Там стреляет. Не, Вован, я туда не побегу, честно. Я скидываюсь. Бросай, бросай. Слишком близко упался. Я слышал, что с домов стреляли, но откуда, я вообще не понял, из окна что ли? Ну, один был на этом. Вот под вышечкой, под антенной этой радиолокационной. Но я этих всех, кто на открытом месте, на открытой местности их еще перестрелял. Еще чувак был там далеко, вот, который Дима на меня свалил. Нет, 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 я про того, который из дома стрелял. Откуда он стрелял? Ну, это который мне Бабан оставил, а вот не побежал. Да, это чувак из прошлой катки еще. Из прошлой катки? Мне кажется, из позапрошлой все-таки. Там туман был. А-а-а. Мы его могли не заметить. Андрей, там газовый баллон выстрелил у него. Я в DayZ попробовал по баллону пострелять, вчера не произошло. Эх, опять не работает. Калибр маленький просто. Калибр маленький. Да. Коляка-маляка. Тихо, на дома впереди посмотри еще. Да, нахуй.
смотри, говорит. Андрей, тебе пора бежать. Я бегу, бегу, а что ты такой? Мне кажется, там был кто-то. Здесь справа? Да-да-да. Кажется, он нас дежавю. Угу. Водное дежавю. Сосновка Бейс. Вот этот куст впереди, это прям как человек выглядит. Да не здесь все как человек. Это спасибо садовникам, они подстригают кусты как... В форме человека. Да. Давайте назовем этот залив, залив Нереста. Андрей сейчас находит лодку и высаживает. Он не находит, он плывет как рыба. Да, по заветам Бавана. Ух ты, ух ты. Надо быстрее в воду, быстрее в воду. Это меня сейчас сзади увидит. Что ж, не так уж и далеко, тебе повезло. А ты ложись и ползи. Андрей. По дну? Чё по собачьи-то плаваешь? Ну, другому тяжело. Чтобы дергать. Чтобы пес мог дергать. Очевидно же. Хвост. Мост взрывается. А если шифтовать быстрее, что ли, тратится кислород? И плывется быстрее. Ты нитро заднепроходные включаешь. Нет, нитро этого нет. Я про их убил, так что все равно. Ничего себе. Что? Он троих убил. Троих убил. Смотри, он троих убил. А у нас в команде троих нету. Я думаю, кто нас убил. Совпадение. Не думаю. Это не повод гордиться. Походу он нас всех убил. Да. Ой, кто-то погиб за пределами дома. Этот чувак из дома выйти не смог. Не нашел выход. Забажился и застрял. Вряд ли кто-то там плывет еще по воде. Там лодик. Да, я вижу. На который можно сесть и уехать. Андрей, камни, камни лежат. Вот камни лежат. Добрать? Просто если в карманы на самом. Андрей, ты к воде бежишь. На дно быстрее пойду, да? Андрей, ты в прицел смотришь, Андрей. Да. Андрей, ты на куст посмотрел, Андрей, зачем? Андрей, лодка, лодка, смотри, две лодки. Две лодки. Три лодки. Хера себе. Кто больше? Сдуем колеса. Лодкам? Да. Сейчас сдую. Андрей, еще камни. Андрей, там будочка впереди. Бежим с толком. Трава, трава, трава. Дверь закрыта там. Так, Андрей, нам надо в зону, а ты вообще никуда не туда бежишь. Что происходит? Что ты делаешь? Нам главное, тебе уже никуда не надо, сиди нам. Ты уже на месте остался. Все, уже откинулись. Транспорт, видишь? Штурман. Камень впереди. Андрей, Андрей, камень. Не удачи, камень. Как слышно. Ой, бля! Ой, камень в натуре. Как же я так? Андрей. Диман, он идет на нашу ферму. Вы ее купили, что ли? Да. Куст, 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 Андрей, куст.
кусту. Диман, мне кажется, он сейчас сядет и настрет нам подвет. Вы не открываете это? И все. Ах ты. Две машины? Есть мнение, что здесь кто-то есть. Постучись. Не, нет, лучше просто настратим по дверь. Что-то у вас странные эти самые. Часто вы так? Нам дойти. Это идут ночные катки. Есть ночник. Они же хотели вроде. Угу. Хотели, но не смогли. Фильтр подобрать не смогли. Такой заходишь в игру, вся черная, нихуя. Как в Дейзи. Алан, ты можешь яркость экрана убавить вообще на нём. А, внутри глаза закрывать можно, тоже классно. Должно работать. Бля, я помню, как в Дейзи мы бегали, нихуя не убавили. Зомби какие-то странные. Ну да, ух ты, что? Дом открытый. Оба. Там мотоцикл перевернутый еще. Андрей, этот дом открытый. Прикинь. Он залутанный, Андрей. Андрей, я зачем знаю, что он залут. Поднимаешь, даже. Андрей, там мотоцикл перевернутый. Да-да-да, я понял. Андрей, вот он, вот он, мотоцикл. Дрожи, когда поднимаешь лут. Вот он. Вот он? Вот этот, да, вот это он? Не туда смотришь, Андрей. Это точно перевернутый? Не туда смотришь, Андрей. Да, да. Что ж ты делаешь-то, блин? Вообще не туда смотрю, да-да-да. Очень точно. Андрей, контроль. Контроль, микроконтроль молотков. О, на школе будет. Андрей, можешь двигаться еще быстрее, пожалуйста? Могу так. Как Вова. Знаешь, он как профи выглядит, когда вот так двигается. Раз. Не попал. И в окно не попадает. Зачем тебе перевернка? Аккуратно переворачивай, а то тебя ёбнет. Опа! Класс, да? С ноги побольше. Пинь. Мудаки просто это водить не умеют, пацаны. Пизда. Уху-ху! Бэкфлип выполняю. Бля, сейчас задавило бы мотоцикл. Я думаю, здесь на горе как-то определенно. Я думаю, что надо пройти. О, дачу, возьми дачу. Дачу. Да, все-таки это был самолет. Я думаю, это не просто дача, я думаю, это кто-то в этот дом приехал. Подстава. Не-не-не, тут дорога, они спавнутся. Но не так же с горящими фарами. Они все с горящими. Да, они сейчас что-то все остались с горящими. А ладно. Да. Все закидало, а как теперь определить? Подстава это или нет? Полухлопный. Если она дрожит, значит она замерзла. Как в анекдоте, да, я не знаю, она дрожит или дрожит, но она брызжит. Ух ты, опачки. Ой, блядь, чуваки, как нехорошо, а, смотрите. Иди, хуйня, блин. Жадность. Если ты возьмешь, тебя никто не увидит. Да? Это да. Так работает? Да. Поэтому всегда так берешь, это да. Бесстрашно, да? Ну-ка, проверим. Только сразу убегай. Бери и убегай сразу. Ух ты. Скорее, Андрей. Что там? Встал. Что там? Джилик есть? Гроза. Ебать. Беги. Форест, беги. Садись в куст. И контроль. Да нету, блядь, этих кустов, ёпта. Вот они, впереди.
Там, там еще один ящичек. Еще один ящичек, Андрей. Где лезет? Вон впереди. Впереди. Направо. Вон. Правее, правее, правее. Вот, да. Пойдем мы тоже посмотрим. Гроза. Это говно, не надо снайперка не подходит. Гроза в грозу. Гроза в грозу, да. Я пока здесь посижу, мне и здесь ново. У тебя справа враги. Да я знаю. Хуй на них. Уплыву, волки, вот вам. Исти, как это, пусть стереть, попробую. Зону прихуярил. Мы в зоне? Мы в зоне. Ты в зоне, да. Ай, фризануло, фризануло. Ай, блядь. Все, сервак упал. Блядь, это что за кидалово? Вот пидоры, а! Это просто все заебали ждать, пока ты... Как так? Я уже готов был сейчас шатать этих самых.